А это что за здание? Это тоже отель. О, красота. Вот этого всего не было до Олимпиады. Перед Олимпиадой все построили. Кинотеатры, тут аквапарк, спортмастер, магазины, всякие продовольственные, всякая одежда и обувь, что-то как не было. Ага. Вон, видишь, подъемник наверху? Ну да. Это с Газпрома линия идет, там большие эти кабинки. Вот карусель тоже отсюда подъемник. Сейчас она Горький город называется. Горький город. А сколько здесь метров над уровнем? Где-то метров 450. Вот там. А. Круто. Ну, можно сначала на Газпром заехать и показать, что у тебя есть что-то такое. Я там работаю зимой. Это где? Ну, куда мы едем, работаю. Только на высоте 1389. Там отель спа. Я лыжники, сноубордисты. Ага. Останавливаться коттеджного типа там. И там медцентр у нас. Живете вы в раю, Олег. Полицейские лежачие. Вот видишь, подъемники идут наверх. Ага. Первая очередь подъемник, там дальше вторая. А это крытые парковки тут.